И сегодня вам расскажу, как получить медную руду. На самом деле, ее получить довольно просто, ведь она даже спавнится очень часто на поверхности, а в подземелье уж вообще супер часто и в большом количестве. Ну, кто не знает, ребята, медная руда выглядит вот так вот, добывается довольно просто. Да. Ну, эта руда, ну, если она очень, если очень много и очень часто она появляется, то она будет очень слабенькой. Да. Но если, ребят, у вас не появляется руда, медная руда, то заходите в описание, там есть интересный факт про руду, почему у вас, может быть, в мире не появляется медная руда, а появляются другие руды. В описании есть такое видео, где я вам рассказывал, почему так происходит. И после того, как вы его посмотрите, вы, может быть, все поймете. Я могу даже доказать, что этой медной руды чересчур уж, ребят, много. На поверхности у меня ее нет, потому что, ребят, я ее уже там все добыл. Да. Вот как выглядит, ребят, медная руда. Как она выглядит, ее довольно много, да, но это всего лишь одно жило. Есть еще много, ребята, мест, где у меня много меди, то есть вот медь, тут медь я вижу, это медь, там медь, где-то еще медь есть вроде бы. Так, ну нет, тут меди уже нет, да. Ну, ставьте лайки, ребята, канал. С вами был Айдар. Пока. Ты что меня тут пушишь?